Порошенко сдвинул сроки создания антикорсуда. Ранее президент заявлял, что законопроект об антикоррупционном суде будет принят в мае, а теперь говорит об июне. Президент Петр Порошенко заявил, что в июне Верховная Рада должна проголосовать за закон об антикоррупционном суде. Об этом он заявил в ходе заседания Национального инвестиционного совета в пятницу, 25 мая. Ранее Порошенко заявлял, что антикоррупционный суд может быть создан уже в мае. Мы приняли решение создать антикоррупционный суд. Год этот процесс был заблокирован, и только в конце декабря был зарегистрирован президентский законопроект. 2000 поправок подали к этому законопроекту, из которых 1200 поправок были отклонены. Рассмотрение во втором чтении продолжается. Я надеюсь, что на следующей неделе ВР будет иметь возможность принять этот законопроект в целом. Народные депутаты замедляют процесс, но этой новой политической институции быть, сказал президент. Он отметил, что окончательная версия закона будет согласована с международными партнерами. В июне Украина должна проголосовать, а я должен подписать этот важный законопроект, заявил Порошенко. В то же время, как передает он, парламент может проголосовать за законопроект об антикоррупционном суде на следующей пленарной неделе во вторник. Вчера мы остановились на 1278 правки, всего мы имеем 1925 поправок. То есть мы видим, что на результативное голосование мы можем выходить во вторник где-то после обеда, на следующей пленарной неделе, сообщил в кулуарах парламента народный депутат Сергей Алексеев. Он добавил, что у парламента будет неделя, чтобы достичь всех договоренностей относительно закона об антикоррупционном суде. Отметим, по данным СМИ, состоявшиеся вечером 22 мая переговоры спикера Верховной Рады Андрея Парубия с представителями Международного валютного фонда и Венецианской комиссии по законопроекту об антикоррупционном суде оказались безрезультатными. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.